Всем привет! Уже прошло около 8 месяцев, как я купил данные часы, и мне хотелось сказать несколько слов о том, как они себя показали на сегодняшний день. Часы являются продукцией китайской компании, компании Corje. У них также механизм китайский, Seagal ST3600. Обычно, когда людям говорят, что это китайские часы, любые часы, что часы китайские, они сразу начинают говорить, о, что это, скажем так, три точечки, что через месяц вы их выкинете, они долго работать не будут. Но я хочу сказать, что часы, во-первых, работают прекрасно, выглядят как новые, хотя прошло 8 месяцев, и я полностью доволен ими. Я часто покупаю часы, пытаясь попробовать какой-нибудь дизайн. И если что-то мне не нравится, я их обычно продаю. Так было и с часами Родина, и с дайвером компании TCL и некоторыми другими часами. Что касается данных часов, они продолжают оставаться в моей коллекции, так как в основном отвечают на три моих главных требования. Во-первых, часы должны мне нравиться. Это связано с общим видом часов, их пропорциями и как я чувствую, когда я их ношу. Как я уже говорил и в других своих видео, я доволен данными часами и данным конкретным дизайном часов пилота, где маленькая секундная стрелочка находится на месте 9 часов. Во-вторых, у часов должна быть хорошая точность хода. Ну, в принципе, в конце концов, для этого мы и покупаем часы, чтобы они нам точно говорили, который час. Изначально точность хода часов была плюс 9 секунд в сутки, и сейчас, когда они, скажем так, расходились, их точность хода всего плюс 5 секунд в сутки, что для меня, в принципе, является очень хорошей точностью хода часов. Более того, как я уже сказал, механизм данных часов ST 3600 компании Seagal, или как часто переводят компании Чайка, который в принципе является клоном механизма ETA 6497. И его точность может быть легко отрегулирована любым владельцем часов самостоятельно. Все, что надо сделать для этого, это открыть заднюю крышку часов. Сейчас мы быстренько откроем. И подвинуть регулирующий рычажок зубочисткой. Ну, я обычно советую зубочистку, потому что зубочистка, в принципе, во всех домах можно найти. Плюс то, что она деревянная, вам не позволит поцарапать поверхность механизма. И используя зубочистку, как я сказал, подвинуть регулирующий рычажок в сторону. Но плюса, если ваши часы идут медленно, и в сторону минуса, если ваши часы идут быстро. Также можно скачать приложение таймграфера на ваш мобильный телефон и следить за тем, как меняется точность хода часов вашими движениями и манипуляциями, и повторять, в принципе, их, пока вы не достигнете желаемого результата. Ну и третьим требованием является то, чтобы часы удобно сидели на руке. Здесь надо обозначить следующее. Часы пилота по сути своей являются очень большими громоздкими часами. Есть часы пилота с диаметром корпуса даже 55 мм. Таким образом, у данных часов довольно-таки нормальный и приемлемый размер. Он, в принципе, 44 мм диаметр у них. Мое запястье 19,5 сантиметров, и часы данного размера сидят удобно на моей руке. Также толщина корпуса, которая составляет 11 миллиметров, помогает в этом направлении, чтобы часы удобно сидели на руке. Еще одна черта, характерная для часов пилота, это то, что у него заводная головка выглядит именно вот так. Заводная головка выполнена данным образом, потому что у пилотов должна была быть возможность манипулировать часами, не снимая своих перчаток во время полета самолета. И поэтому, в принципе, она была выполнена вот таким вот образом.
Если часы сидят на своем месте, то заводная головка не создает никаких, в принципе, проблем. Но иногда часы могут при их носке могут сместиться вниз. И если у вас чувствительное запястье, как у меня, в принципе, то это может, конечно, создать определенное неудобство. Тем не менее, есть решение данной проблемы. Вы можете заменить заводную головку на более маленькую. Если хотите, можете посмотреть мое видео, как это сделать. Это совсем не сложно, и вы можете выбрать подходящую заводную головку любого размера и схемы на ваш вкус. Тем не менее, я большую часть времени ношу часы все-таки с оригинальной заводной головкой, потому что мне нравится больше, как часы выглядят с данной заводной головкой. И так для меня лично, в принципе, в свете всего сказанного, данные часы являются, скажем так, даже, может быть, идеальными часами пилота. И что немаловажно, часы стоят своих денег, ну, для меня, во всяком случае, на все 100%. Если вы зайдете по ссылке в интернет-магазин, где я их купил, вы увидите, что, в принципе, 99% клиентов очень довольны часами и соотношением между ценой и качеством самого товара. Ну и, конечно, после всего уже сказанного, я, в принципе, советую вам рассмотреть данный вариант часов, в случае, если вы ищете и хотите приобрести, конечно, часы пилота. И далее я добавлю также дополнительные снимки данных часов с информацией о их параметрах. Я надеюсь, вам понравилось данное видео. Благодарю вас за просмотр. Буду рад услышать любые замечания относительно формата и содержания моих обзоров. Не забывайте подписываться на мой канал. Всего хорошего!